Всем привет! Так какие же мужчины лучше, французы или русские? Дорогие русские мужчины, а знаете, чем еще французы отличаются от вас? Хорошим воспитанием и чувством собственного достоинства. Если женщина выбирает другого, француз пожимает сопернику руку и желает ему удачи. Вы же, дорогие русские мужчины, как те мелкие шавки, что лают, но боятся подойти, мелко гадите. Вы пишете пакостные комментарии, в которых вы пытаетесь оскорбить женщину, которую вы даже не знаете, и французов, которых наверняка многие из вас даже никогда не видели. Дорогие русские мужчины, ведите себя достойно, не унижайтесь. Тогда, может быть, вам повезет, и женщины будут отзываться о вас лучше, чем о французах. Лично я считаю, что в каждой национальности есть как плохие люди, так и хорошие люди. Причем есть плохие люди как и среди женщин, так и среди мужчин. Есть хорошие люди среди женщин и среди мужчин. То есть делить по национальному признаку – это как минимум глупо. Опять-таки, я знаю много хороших русских мужчин, и я не могу сказать, что они там хуже французов или лучше французов. Просто дело воспитания, ни больше, ни меньше. А тетенька просто звездится.